Практически каждую неделю к проекту «Карта жителя Хабаровского края Муравьев-Амурский» присоединяются новые партнеры – кафе, магазины, клиники и учреждения культуры. «Карта жителя» дает возможность получать скидки и кэшбэк не только от местных участников проекта, но и от национальной платежной системы «МИР». Моя коллега Наталья Чернышова узнавала, как платить меньше. Подробности далее. Сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Фразу приписывают американскому промышленнику Генри Форду. Хабаровчане тоже считать умеют, поэтому обращаются в банк и выпускают себе карту жителя Хабаровского края Муравьев-Амурский. Сегодня уже больше 7500 человек пользуются скидками, бонусами и кэшбэком по этой карте. Я считаю, что у каждого хабаровчанина должна быть карта жителя Хабаровского края. Она дает много преференций. Возврата кэшбэка, скидки от партнеров. И так как у меня есть маленький внук, и мы с ним очень часто посещаем музеи, всякие выставки, зоосад, там всегда скидки 10%. И я с удовольствием воспользуюсь этой картой. Подключить к проекту можно и уже имеющуюся у вас любую карту МИР. Для этого через сайт проекта или мобильное приложение, авторизовавшись на госуслугах, нужно привязать карту МИР и сразу начать экономить. Подсказки по подключению появятся на экране. Процесс займет несколько минут. Партнеры проекта сегодня предоставляют скидки до 50% на свои товары и услуги. Скидки предоставляют более 70 организаций. Среди них и предприятия общественного питания, и медицинские центры, и учреждения культуры. Это театры, музеи, зоосад. На данную карту есть возможность получения всех социальных выплат. Это и пенсии, и какие-то медицинские выплаты, и также зарплату можно на нее получать. Также есть возможность записи электронно-цифровой подписи. С другой стороны, это, конечно же, программа лояльности платежной системы МИР. Уже сейчас на сайте приветмир.ру или в приложении «Привет» вы можете найти более сотни различных предложений со скидками, бонусами, привилегиями. Ведь карта жителя выпускается на базе платежной системы МИР, а значит, все эти предложения всегда доступны хабаровчанам. Чтобы получить доступ к предложениям от национальной платежной системы МИР, карту жителя нужно зарегистрировать на сайте приветмир.ру или в приложении «Привет». Наталья Чернышова, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск.